Маска важна, одноразовая или, например, вот такая из ткани многоразовая. Если вам пришлось выйти из дома, то вам наверняка понадобится этот атрибут. При походах в магазины, поездках на общественном транспорте и такси вы обязательно должны быть в маске. Уже наверняка все слышали про СМС-пропуска при выходе из дома. Еще раз посмотрим, когда они нужны. Отправьте СМС на телефон 2590 с номером цели, если вы собираетесь, например, посетить суд, отвезти ребенка в школу и забрать его оттуда, пойти в больницу, участвовать в похоронах, выехать на дачу и вернуться оттуда, посетить банк, доставить лекарства родственникам, изменить место жительства, пойти в МФЦ. Вышли из дома, например, за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять домашнее животное не дальше 100 метров от дома. Плюс при наличии специальной справки собираетесь поехать на работу или осуществлять волонтерскую деятельность. Во всех этих случаях специальное СМС-разрешение на передвижение по городу вам не нужно. Без СМС можно выйти из дома самозанятым для решения рабочих вопросов. А при регистрации через госуслуги РТ любой желающий может посетить парикмахерский салон. Теперь к запретам. Нельзя выходить из дома, если вам больше 65 лет. С этого дня должны изолироваться все, кто приехал из любого другого региона или из-за границы. То же самое касается тех, кто живет с этим человеком. И еще раз, это обязанность, а не рекомендация. Есть правила и для работодателей. Сотрудники должны быть со средствами защиты, без температуры. На рабочих местах обязательная дезинфекция, соблюдение санитарных норм. А при наличии вакансии предоставить эту информацию в центр занятости населения. Временно сейчас закрыты центры реабилитации, отделения соцобслуживания. Про развлекательные заведения, торговые центры и парки говорить и не приходится. Но все это ради вашей же безопасности. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Овер һәм мөмкин кадәр өйдә булу сорылган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер синең күзләр фильмы ТНВ ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.